Как тебе сегодняшняя двухсторонка? Сегодня уже более энергично, больше движения, больше тактики, больше борьбы, наверное. Приближенно уже к, наверное, не к сезону, да, пока что к предсезонному турниру. Много сумбура, много потерь, но стараемся выполнять задания и наигрывать какие-то тактические моменты. Под нагрузками все равно, да? Ну, чувствуется, да, но это лето, как обычно, ничего нового. Наблюдал сегодня за взаимодействием всех троек, ваша, ты, Белоусов, Гоголев, мне показалось лучше, как у вас химия? Да, хорошие ребята, видят площадку, открываемся друг от друга, стараемся получать удовольствие, есть момент для броска, бросаем, ничего не выдумываем. Дай бог, чтобы дальше так же было, и будем тренироваться еще усерднее и работать над реализацией. Невероятная серия буллитов после матча. Сколько, наверное, бросков? 20 было, 25 и один гол только. Ну да, наверное. Но меня не выпускали просто так бы раньше. Я обычно пятый бью, там все заканчивается. Можно сказать, что мы эти сочетания увидим на игре с Югрой, и как в целом настрой перед этим матчем в день болельщика? Ну, по звеньям, наверное, это больше тренерскому штабу, но мы все лето вместе катаемся. Думаю, что большая вероятность, что такие сочетания и будут. А так, конечно, настрой победить и принести в первый день все вместе, да, встретиться здесь, на нашей арене, и принести удовольствие зрителям, друзьям, всем, кто придет, и потом встретиться еще раз на улице и кайфануть на Федуке или от Федука, не знаю. Еще я не хочу в зал.